В спортивном комплексе Тарас Арена имени Жақсылықы Үшкемпірова встретили призеров чемпионата мира по вольной борьбе среди глухих и слабослышащих кадетов, юниоров и взрослых. В данном соревновании приняли участие более 120 спортсменов из 16 стран. Из них честь страны защищали 29 членов национальной сборной. В числе спортсменов, защищавших честь Казахстана, были 5 спортсменов из спортивного клуба для людей с ограниченными физическими возможностями Жамбылской области. По итогам соревнований стали победителями жамбылские спортсмены Нышанбек Мырзахмет, весовой категории 60 кг. А среди взрослых Шангасхан Альдибаев завоевал серебряную медаль весовой категории 86 кг и бронзу 74 кг. В торжественном мероприятии приняли участие родители спортсменов и болельщики. В общем, самая важная миссия матери в жизни – обеспечить ребенка всем необходимым. Услышав об успехе нашего ребенка, появилось неописуемое чувство. Мой сын занял 2-е место на Олимпийских играх в Бразилии в прошлом году, тогда как и сейчас чувствовали гордость за него. В то время мы были в таком шатком состоянии. В прошлом году областное управление физической культуры встретили спортсменов на высшем уровне. Было очень приятно. И сейчас здесь царит такая же атмосфера. Дана Самат, Азамат Бискенов, 77 News.